этом году нам здорово повезло. Наши Московской областной общественной организации инвалидов, семей с детьми-инвалидами, повезло. Всемирная боксерская организация выбрала нас для того, чтобы подарить нам 5000 долларов. Было несколько условий. Главное, чтобы мы жили только на благотворительные пожертвования и чтобы мы занимались исключительно благотворительными программами для детей-инвалидов. И вот мы оказались той самой организацией, которая отвечает всем этим требованиям. И вот 5000 долларов для нас — это очень большая сумма. Мы сможем, наконец, решить самую острую проблему транспортную. Мы починим старый, но очень надежный «Мерседес» и будем возить наших детей. У нас в городе два центра, детский и взрослый. Они в разных концах города, и поэтому это была самая насущная проблема. Теперь мы ее решили. Спасибо боксерам. Это великолепно, это здорово. Господь радуется, когда такие события проходят в школах бокса. Да, это волшебник в сказочном зимнем лесу. А все ли вы знаете про Деда Мороза? Вопросы. А вы, если верно, отвечайте «да». А мамы, папы, тети и дяди нам помогут. Договорились? Не слышу вас. Да! Договорились. Слушайте внимательно. Дед Мороз известен всем, верно? Да! Верно. Он приходит ровно в 7. Верно? Нет. А во сколько приходит Дедушка Мороз? 19. Дед Мороз старик хороший? Да. Носит шапку и галоши? Нет. Скоро Дед Мороз придет, верно? Да. Дедушка Мороз, как хорошо, что ты пришел. Мчался к вам на крыльях ветра. Много тысяч километров. Побольше таких мероприятий, когда они проходят, радость, счастье у детей в глазах. Ты у всех. У нас, у родителей, так что это супер. В прошлом году президент страны Владимир Владимирович Путин сказал, что наше общество станет тогда здоровым и тогда благополучным, когда будет благоприятное и эффективное общественно-государственное партнерство. Вот именно это общественно-государственное партнерство я сегодня и увидел, когда представители местной власти, спортсмены с мировым именем, представители различных общественных организаций прибыли для того, чтобы чествовать детей вот на этом мероприятии. Поэтому я думаю, что вот такие маленькие ручейки сойдутся в один поток, будет мощная река, и наша жизнь станет просто интереснее.
да под дорог отзорниц. Грозы седлают коней, но над землей тихо льется покой монастырей. А поверх седых облаков синь соколиная высь. Здесь под покровом небес мы родились. Такое огромное счастье быть на сегодняшнем мероприятии, проводить его, организовывать. И самое главное, когда у нашей молодежи, у наших детей светятся глаза от счастья и радости. Значит, все будет хорошо в нашем округе, в нашей России в целом. И когда такие люди приезжают, простые, скромные, но создающие и созидающие, мы будем постоянно проводить такие мероприятия, такие встречи в нашем любимом городском округе Балашиха, в клубе имени Виктора Петровича Агеева. Действительно, это слово такое «благодать», да. Почему? Потому что сегодня было много очень детей. Я думаю, что надо и в дальнейшем почаще проводить такие мероприятия. Сказать, что это мероприятие сегодня прошло успешно. Все ребятишки, дети были довольны. Спасибо родителям, что поддерживают и болеют своих детей. И, конечно же, мы тоже будем помогать и помогаем этим детям.